всех приветствую, вы на канале Мансур Фит. Сегодня будем снимать необычное видео, такой трэшчик такой, вообще супер. Абдулло, понимаешь, какое видео? Какое? Знаешь, да? Нет, заходить будем проверять реакцию людей, торговые центры, магазины. Одежда топ такой, выходишь такой, банный халат, домашний тапчик такой, идешь, чувак такой, в магазин заходит и, прикинь, покупает туалетную бумагу. Какая одежда? Сейчас мы посмотрим, какая одежда. Вот такой образ, друзья, такой красавчик такой, вышел, короче, с ванной, короче, идешь такой, зубную щетку мне, короче, быстро так похлопнул. Реакция, еще два охраны, чтобы меня никто не трогал, не беспокоил, я смело, чтобы заходил. Охрана, братья мои, охрана, такой входит такой. Съемка видео запрещена, блядь. Камеру вырубай нахуй. Камеру убрал, говорит. Успокойся, успокойся. Это свой оператор. Короче, ребята, заходим два охраны у меня, чтобы никто меня не трогал. Надеюсь, меня никто не тронет, да? Не тронет. Не убегу, да? Нормально все. Да? Смотрим этот ролик, ставим на паузу, ставим жирный лайк и подписываемся. Так что отмечаем там, пишем там, Литвин бил, короче. Взрыв, короче, новый в Ютубе, так что поддержим. Начинаем это трэш-видео. Куда сейчас едем? Едем в торговый центр, флагман, и проверяем реактор. Че, где машина? Вон там, пошли. Все, поехали. Так, дорогие друзья, мы приехали в торговый центр. Сейчас сидим, ждем, сейчас зайдем. Как вы думаете, я смогу зайти в торговый центр в такой одежде или нет? Что вы скажете? Здесь в ахуе будет, все будут удивляться. Это что такое, блин? Такой халат и зашел, короче, купил тапочки еще. Блин. Так что, друзья, лайкаем, комментируем. Будет, да, четко, да? Будет? Да, конечно. Главное не беспокоиться. Все, я так волнуюсь чуть-чуть. Посмотрим, что будет. Сколько народу, еще холодно стало. Прикинь, сейчас заходить туда. Такой трэшчик, да? Такой трэшчик. Где охрана? Где? Сигареты есть? Нет. Где этот находится? Открываем, заходим, зашли в торговый центр, короче, у нас такой трэш, все смотрят, короче. Отдел где? Туалетная бумага. Опа, туалетная бумага отдела тут. Там. Где второй наш охранник? Some people dream of success, while you're gonna wake up and work hard at it. Я зубную щетку. Такой вот ходим, короче, с охраной. Чувзаро, чувзаро. Где? Ванадан чыгып келордум, давай енді. Давай, басын. Бальник набью. Я уже договорилась. За тобой едут, блин. Я вы сказали, есть другой счет. А, ну, есть другой счет. Все, какой выбираем, короче, все на меня смотрят, прикинь, с камеры. Какой самый лучший, где? Покупай, какой самый лучший? Да. Я не понял. А ну посмотри. Я на чем-то вор на харе. Зубной паста.
Hani 32 ta tishga har bittasiga bittadan kerak-da. Qaysi? Qanday? Nech pul bu? 13 ming. Qasaman nol. Qamatroqqa kelaman. 13 tish yo'q. Yes, kupishni aytdim. Что как не есть? Что с нас? Обвески? Я нужна автоматически. Самый дорогой, короче, покупаем. Но деньги нету у нас, короче. Такие деньги нету у нас, короче. Эй, где 13 тысяч? Чёрный. Вы поняли, что мы стоим и смотрим на тебя. Охрана смотрит, общаемся. Какой трэш, эй, что снимаешь, да? Снимаешь, все, поехали. Короче, взяли Галгейт, погуляем, все, торговый центр. Ахамед, бери мне кой раз, аке ваннадан чих келор дизиди. Йогурт оламыз му? Можно же, да, так Так, оплачиваем покупку, такой Osio Market. Все? Все, пакет не надо, все, спасибо. Все, удачной работы вам. Короче, уходим, короче, халатик. Все, все, все. Ладно, ладно, отпусти, отпусти. Сфоткайся, ладно, сфоткайся, давай. Открывай тачку, поехали. Такой трэшчик все, охуели, короче, зашли, короче. И вот садимся в машину, все удивляются, что так происходит, короче. Все, поехали. Ладно. Короче, зубную пасту, короче, все, удачно. Так что, трэш, короче, все удивляются. Ты снял всех, да, которые удивлялись, да? Все смеются, прикинь, удивляются. Короче, сейчас мы едем дальше. Куда мы в фестиваль поедем, там и снимем. Там только еще жестче надо сделать, да, чтобы было. Давайте, поехали, короче. Туалетная бумага есть у вас? Нету? Серьезно? Нету? А?
Где кот-то магазин на тебе поле отвалит у меня? А ладно, прогуляемся, короче. Что будем покупать там, если туалет нужен? Надо домой, надо туалетную бумагу покупать. Пришел с охраной, туалетную бумагу. Я не понял, где туалетная бумага есть у вас? А? Нету, серьезно? Что это, блядь, вообще такое? Большой магазин нету, что ли, ничего? Прикинь, вышел с ванной, блядь, нету туалетной бумаги. Нужна туалетная бумага, где она? Прикинь. Такой трэш, короче. Чё такой магазин пустой, я не понял, эй. Охрана, разберитесь. Серьёзно, нету что ли? Давай шампунь, чё ты купим, короче. Шампунь такой есть. Правда, весь сахар, да? Девушки, можно? Можно вас, да, на минуту? Шампунь там купить там. А чё, вы закрываетесь, что ли? Чё так, я не понял. Это Москва будет смотреть, а у нас магазин туалетной бумаги. Какой этот шампунь хороший? Такой, за 5000 есть шампунь, который хороший такой? Хороший? Не, я не понял, чё вы? Разберись и скажи, чтобы купили сюда туалетную бумагу. Сейчас, сейчас. А так вы видели, что ли, в таком одежде кто-то заходил к вам? Нет, первый раз, да? Да, ничего страшного, еще зайдем. За 5000. Нет? За 6, ладно. Это же он же не хороший. Не верю 27. Он же нормально, это. Ты что, прокалываешься, что ли? Волосы. Я тебе плачу больше, чем этот шампунь. Ты мне это предлагаешь, что ли? Если район хочет там в туалет, как он будет ходить тут? Ну трэш, а мы реально этого не ожидали, а так честно. Да ладно, купим, ладно, зашли. Ну, женский. Жене подарит. А, ну вот. Ну ка. Чисто ли не аляшка? Чи-чи. И сколько это стоит? 28? Угу. Чё, ладно. Берём. Спасибо вам. Я в следующий раз придём, чтобы туалетная бумага была. Я просто в туалет много хожу, поэтому. Это работает Сбербанк? А? Следом из Сбербанк? Сейчас проверяет, Сбербанк работает или нет. Сейчас, и следом? Кто это сайт? Сбербанк даже не работает у вас. Вот так вот не работает. Надо все обратно в Москву, да, надо? Да, обратно. Все, поедем. Как, Миша Литвин, жди меня, короче, я еду к тебе в Москву, короче. Все.
Все, заплатили за шампунь. Все хорошо, спасибо вам. Эй, чуваки, не лёжи, куда нормально? Работаем. Москва, метро Люблино, работаем. 24 на 7. Открывай двери, я не понял. Открывай быстрее. Все, короче, ребята, едем дальше в Азию покарать Фергану. Так что ставим лайки и комментируем. Я думаю, так дано никому, даже Литвину, эту Биллу, даже никому не дано, чтобы туда зайти и так походить и купить шампунь. Прикинь, сейчас пойдем, теперь здесь туалетную бумагу нету. Сейчас зайдем в Азию, купим туалетную бумагу. Так что приятного просмотра, поехали в Азию. Короче, приехали в Азию, сейчас будем заходить, короче, банный халат. Вот такой трэшчик, такую туалетную бумагу будем покупать, короче. Заходим, короче. Туалетный бумаги хата сотыла да, келе? А? Бол, дарагым. Так, мы заходим. Где находится туалетный бумаги? Где это? Все. Пришли в Азию покупать туалетную бумагу. Короче, лети, смотрите. Бахуй, короче. Где туалетный бумаги? Где? Вот это? Такой хороший. Да, все удивляются. Так, короче, охрана сейчас подбежала. Рацием Борму. Сейчас, короче, купим сейчас. Где хороший? Купим, короче, туалетную бумагу. Вот. Сколько она стоит? 6500? Сейчас. Ага, все. Давай, эту купим, прогуляемся, поехали, короче. Охрана, блядь, охрана, зови охрану. Я покупаю. Кем чхарвара? Чхарварили? Да, блядь. Чхарварасли? Болли. Нешпуль болли? Все, дай карту. Сбербанк шлидим? Есть хумо? А, что ты мне Сбербанк даешь? Это Фергана хумо, давай. Все, короче. Прикинь, охрана говорит, она вывезет меня. Че, ебанутый, что? Типа, крутые такие, да? Никто не может батю вывезти, когда здесь два охрана стоит. Рахмат, я все что ли? Возьми туалетную бумагу. Все уделяются, смотрят. Не, братан, не надо. Чего ты хочешь? Сфоткаться хочешь? Давай, сфоткайся, быстрее только. Давай, сфоткайся. Все, спасибо. Все, давай, удачи вам. Все. Охрана вахуй, короче. Работаем. Где машина? Я не понял. Все. А где вторая охрана вообще? Где ты машина готовишь? Все, идем, короче, вышли. Где туалетная бумага моя? Все, машину. Класс, поехали. Короче, трэш, короче, охрана говорит, что меня выкинули отсюда. Короче, у них духов не хватило, чтобы меня выкинуть. Там мы стоим и ждем, короче. Что будет, такие, короче, борзые охраны,
типа выведу это харворили, короче, никому не дано, чтобы выкинуть меня с магазина, короче, я пацан дерзкий, короче, отвечаю на все, правильно? Да, кто сделает, кто что сделает? Ничего. Пришли в магазин такой одежды, и что? Купили туалетную бумагу, и что? Что-то надо делать, что ли? Борзая охрана. Что ж, ребята, наше видео подошло к концу. Вот так все смотрели, все удивлялись, почему он такой одежде пришел в магазин. Просим туалетную бумагу, а там нету туалетной бумаги, прикиньте. Фази говорит, охрана, типа, выкиньте его, вывезти его. Короче, я подхожу к охране и говорю, что ты можешь сделать? Ну-ка, вывези. Давай, выкини меня. Он говорит, не, братан, я тебе не говорю. Че? Для этого, чтобы меня выкинуть, для этого нужен огромный дух. Так что, друзья, это все ради вас, этот контент. Подписываемся, ставим лайки, ставим колокольчики, также комментируем. Все это для вас, ребята, это все для вас. В следующий раз еще видео будет круче. Подписываемся, не прощаемся, увидимся в новом видео. Так что, с вами был Мансур Фит. Йоу, поехали.